с Давидом решили показать вам мастер-класс, как мы будем делать картину. Эту картину мы планируем подарить кому-нибудь, дедушке или папе, на праздник 23 февраля. Папа. Папе подарим? Ну, здорово! Юля! Папа! Папа! Итак, что нам понадобится? Мы заранее сварили клейстер. Клейстер мы варим на 1 стакан воды, 2 столовые ложки без бугорка, крахмала. Размешиваем в холодной воде, ставим на медленный огонь и помешиваем, пока не загустеет. Еще нам понадобятся краски. Краски у нас из Fix Price. Какая-нибудь коробочка. У нас эта коробочка из-под Рафаэлла. Еще нам понадобится картон белый. Пару салфеток, листы бумаги, у нас это обычные листы использованные. Будет здорово, если у вас есть дома принтер, вы сможете распечатать какие-нибудь поздравления, будет смотреться очень красиво. Еще есть у нас вот такая бумага, гофрированная, можно обойтись без нее, можно будет просто потом раскрасить. И ножницы. Приступим. Печалька. Мама забыла включить камеру, когда мы завершали нашу картину. В итоге я вам могу показать только вот, что у нас получилось. Вот, смотрите, вот такая картина. Наши волны мы накручиваем на карандаш. Какие вам нужно. Я вот здесь одну разрезала пополам. Делайте как вам угодно. Солнышко мы сделали из нашей гофрированной бумаги. Вот оно просто вот так приклеено на клей.
облачко наше из салфеточки. И вот он наш кораблик. В итоге, смотрите, вот такая картина у нас получилась с вами. Живая картина. Вот наша рамочка золотистая, блестит. Если вам понравилась наша картина, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!